крабта будет использовать, Агас? Абазан, ты понимаешь, там крабта будет использовать, что вообще? Макс тут? Да. Мне мой АГС сейчас привезут на рез. Да, я вот. Так он же приехал уже вроде. Не, не, забираю еще. Принял. Высадка сделалась. Стоим же, да. Стреляет по нам. Кто там на броне слезла? Нам же вроде сбили. Да, он спустился уже прям по этой главной лестнице. Понял. Вы по лесу пока дальше идите. По правому лесу или слева? По левому, по левому. Он же вроде с нами, а он заканчивается, да, там? Понял. Ну, по правому, значит. Свой РПГ? Настройки, корт стоит. БТР, вышли, работали. РПГ свое было, нет? Выше куда работать? По ангару или куда? Да, по ангару выше, вот там верхушка между ними там. Настройки, корт, аккуратно, ангара, Паша, передай БТР. Не стреляй. Выше по стройке. Настройки, корт. А настройки имеется железный ангар? Ну, стройка от меня, от метки Каркарыча на 230. Ну, это терминал. Ну, или да, терминал, да. Да, он не в зоне у нас. Да.
базы установили, все подтвердили. Еду сгорать. Нормально, да? Краб тут? КГС хорошо, кстати, попал сюда в железки, тогда миковый. Краб тут? Там уже работает. Хорошо работаете по ангару, очень хорошо. Паша, скажи, чтобы он перестал стрелять, там уже ничего. По ангару достаточно, хорошо, там уже хорошо. Ничего нет. Поняли? КС принял? Еду дальше, я не могу, что-то они нет. Не откликаются. Понял. Там двое вроде бы сидят. Тут забор, я боюсь поломаю, на меня РПГшка даст работает. Попробую прострелить, он прям в дырке там ползу на углу вот этого забора. Понял. Да. Тут простреливают, посмотри в мой лес. А забор только вижу. Ты бежишь с пулеметом? Нет, я с СВП сижу. Ты стреляешь? Да. Вот, правее посмотри. Еще. Там ветер сломал забор. А, слышу я. Не пойму откуда. По-моему, не по нам. АГС будет по вышке работать? АГС, я пытаюсь работать по терминалу, меня не могут вывести. Блин. Из бета. Как понял? Понял.
Садится, что-то боюсь, он как-то сзади откуда-то причем. Сейчас поставлю метку, не пускаем сквозь сети. Забор видел, дым. Поставил метку второго каркара в синий. Где снайпер возьми. А пуск был сзади почему-то по бэтеру. Попробуй на стрелка сесть. Так, у бэтера колесо выбило. Буду колесо чинить. Куда ты метки ставил? Да, там. Хрень. Можешь ДС навести, если есть. Ну, ты ДВшку убей все ДВшки и скажи, по метке отработай. Mm. Ты ж, я так понял, где-то в ТУ сидишь? Ну, на своей метке. Понял. Схожу.
То, что я живой, живой еще. Там где-то РПГшник. Да у нас тут полная неразбериха. Он два бетера уже сгорели. Я с выбитым колесом не могу поменять колесо. Чем-то не работает. Так и не будет работать. Печалька. Короче, на вышке еще один чувак есть. Он стреливается. Ну вот, а мне сказали, что я ее развалил. Ты ее развалил, но он в районе казарм шарится. Сейчас накину, я уже активно скану. Ты понял, где казармы там находятся? Примерно представляю, сейчас посмотрю по карте. Это восточная часть от метки вышка. Ну, короче, это буквы Г стоят, такие длинные хрени. Это казармы. Трапа, ты сможешь терминал накрыть? Они там с терминала еще лупят с корда и с калашей все. А лес-то почистили здесь вот этот? Нет, короче. Лазит еще кто-то стреляет. Короче, понял. Все могу, только меня постоянно дергают то туда, то туда. Надо договориться, что я сейчас, куда я сейчас стрелять буду. Мне нужна наводка. Почисти лес. Надо как-то пехотинцы здесь у нас шарился лучше. Я дайте этого лес. Чувака. Понял тебя, дайте метку, где надо накинуть. Карыч, давай ему, я не могу на карту смотреть одновременно и метки, стрелять. Игорь Карыч, а вы уходи с этого леса, сейчас накрывать будет цикл. Я пока еще заряжаю. Там, кажется, вы воюете. Постреливаю. Уходи оттуда. Сейчас будет работать. А у нас бетер еще живые? Готов работать. Идут первые там на нахуй. Давай. Ушли. Слишком рядом? Попали хорошо. Вот две последние попали за забор прям. Можешь немножко левее еще? Они уже достали меня. Откуда? С леса. Последняя вот эта метка Каркарыч. Бля. Интересно, приду я в себя, нет. Ура! Так,
скажешь. Так, пришел в себя, я ранен. Около забора чувак меня подстрелил. Стреляй, я перестрелил. Харич, там где пролом сделаю, БТР, оттуда. Так, о, да, вроде. Они вот последние, первые нормально попали прям. Другие рванули, видно, на взлет. Меня глушило, я упал. Ну нормально, некоторые залетают прям тут. Да, прям возле меня упал. Потому что они в лесу встреваются. Справа до этого, куда ты стрелял, там опять этот лазит один, я его спугнул, он лутал на... В лесу? Да-да-да. Давай. Более фланкирующим огнем. Может, мы сдвиг сделаем? Скорее всего, да, потому что там АВ убили, там лутали, бегали, пацаны. Есть кто? Карыч. Прием. Так, я монтирую станок на новом месте. Вы еще живы? Да, я живу. Короче, что-то не слышу. Я могу попробовать в лес ходить. Мне еще 10 улиток, хотелось бы сначала поработать. Понял. Понял, значит сижу. Ну, меня отсюда хреново чего видно. Я могу, конечно, сбегать до этой вышки ихней, диспетчерки. Оттуда хорошо все видно. Ну, давай тогда сначала я ее отработаю, потому что я... Да, давай почистили. Угу. Сейчас я заряжу еще одну улику. Так, калаш какой-то у меня бьет. Карыч. Что-то живешь? Да я-то жив. Я в БТР сижу, меня только из РПГ-хи могут спалить. Ну или этот корт подкатит какой-нибудь. Так, я стреляю по вышке. Понял, смотрю. Не вижу там казарм, поэтому горе лево вправо, потому что есть. Да. Лево, 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 примерно метров 20.
хватает железа, нам кажется. Понял. Ну ты бьешь туда работал, в принципе. Или у тебя новая позиция? Я сменил позицию. Перелет был. Короче, левее бери метров. Последняя очередь где-то метров 10. А лучше 20 возьми. Понял, а ты позиция где? Карта. А карта где-то где? Сейчас. Да накрою еще лес, о котором Карч просил начать. Дал черный восклицательный знак примерно куда тут все упало. Опа. Там же живучий какой-то на этом диспетчерке человек. Ты туда работал, он же выжил. Причем хорошо работал. Примерно на позицию Трабла, чуть восточнее. Пробы. Я дырку пока смотрю, хотя без дырки здесь не отработают, по которой меня бей. Говорят рубить. Кто выиграл? Не знаю, Карч говорит рубить. Hey, wake up. Я вышел на позицию. Уже азарт. Уже азарт, давай. Говорит, рубить. Ну, рублю, значит, что. Давай. Все своих похуярим. Там броки читы используют. Это, сука, это же... Какие читы? Не знаю, ему там голову...